Мы идем в зоомагазин закупаться. Будем малую отправлять сегодня. Покушать ей в дорогу. Миски. Артур сегодня сон видел, говорит, сегодня я влюблюсь. Влюблюсь. В блондинку. Вот Артур смешно. Артур, оставайся у меня на канале. За 50 тысяч? Что? В день? В неделю. Так, ребят, Коля отвезет щеночка нашу мелкую. Я должен был, но что-то у меня такая слабость. Коля сказал, Коля говорит, да без проблем отвезу. На. Так что вот так. Он будет с камеры, ребят, поэтому будет запись. Че, малявка? Прощайся с волчарами. Нельзя, а я ври. Нельзя. Молодцы. Все. У нас ветер такой поднялся. Все, попрощайся со всеми. Руга. Цепи опять сняли все. Так, ну что, малявка? Выдвигаемся. Лови. Да, поаккуратнее, то она писк. Нельзя, уйдите, уйди. Чувствительная какая-то, она слишком, да? Да, да, она слишком. Нельзя. А у тебя не посадишь ты? Впереди! Как она не должна. Так, что там? Нормуль? Ну что, ребят, доедет. Ничего накрывать не будем, а то она сейчас не дай бог вырвет что-то. То есть вот так вот. Так. Угу. Все, Коль, забирай. Дай его хоть поглажу. Молодец, моя Колёся. Ты аж Челябинск, деловая такая. Ты такая Колёся, да? Ну, зубки не поменял, нет. Красотка моя. Чмокну. Эти мои Халёси. Эти мои Халёси такая. Все. Ты такая хорошая, столько радости нам принесла. Да. Моя Халёсенька. Все, Халёсенька, девочка. Давай удачи на дороге, не болей, главное. Татьяна о тебе позаботится. Ну, малышка, все, надо ехать. Ничего, малышка. А. Все. Эти мои сладкие. Блин, ребята. Ну, коль забирай, то я ее так не отдам. Она такая классная, если честно. Кабаниха моя. Кабаниха. Все. Блин, ребят, ну, уже привык, если честно. Блин, она столько радости приносила мне. Давай, Коля, аккуратно. Все. Поехала малышка. Классно, да, ребят? Ну, сейчас она ничего не ляжет. Давай, Колька, давайте. Блин, ребят, она классная. Давай, братан. Она на самом деле классная, блин, ну... Ребят, так, наверное... Будет ей лучше. Блин, я просто с просони такой спать хочу. Ничего не понимаю, что происходит. Ну, в общем. Хорошая собачка. Дай бог ей всего хорошего. Реально, она классная собачка. Умничка. Ну. Кабаневич. Красавец. Тивотик мой сладкий, тивотик такой красивый. Смотрите, бедная зашуганная такая малышка. А чего ты боишься?
На ее глазки. Ну как их можно это вскармливать, давалка? Иди, моя девочка. Иди нахуй. Папа, армяне с ними. Короче, целый этот. Сегодня день петухов, кроликов, свинюшек, поросят. Это я, ребят, временно принес Артему. А то это, надо ж место. Ой, мама, джо. Ты чё? Ты чё, малыш? Блин, жалко их, конечно. Классно, да, кролик, ребят? Взял себе, дома сделаю все. Молодцы. Довольные что-то такие, а? А что быть недовольными? Все прекрасно, да? Ну что, пойдемте, малышня? Пойдем. Кярка. Все счастливые, довольные что-то. Спай, кушай, оставь. Вольер, да? Кяра, вольер. Давай. Дорогие красавчики мои, а какие сосы тебе хотят? Все. Заходим. Молодцы. Хорошо подписчикам. Да, мы ее недавно подобрали. Может быть, тогда чисто его снимите, просто некрасиво. У меня тут собаки наплевали, а я убрать не успел. Все, малышка, пока. Все, отправили. Не спится, бегает. Как только я ложусь, она ложится. Нет, не, нельзя. Вот, понимает. Хоть чему-то научилась. Как только я ложусь, она ложится. Как только я встаю с кровати, все, она тоже встает и бегает. Хоть чему-то научилась. Кстати, мы из машины выходим сегодня. Она без поводка, думаю, пусть пописит возле подъезда, покакает. И выходит из-за угла, тут в комментариях кто-то накаркал. Наш сосед, американский бульдог, здоровый такой, окрасом, как Муса и это, Спайк. Как она его увидела, как она к нему побежала, бедолага лает. Он ее увидел и думал, все сожрет, я за ней бегу. Он на нее посмотрел, как он чесанул от нее, бедолага. Я за ней бегу, хозяин за своим псом бежит. Мы вчетвером бежим по дороге, на нас смотрят, ржут все, короче. Он ее еле остановил, мне кричит, ты чё, почему ваша собака без намордника? Я говорю, ты что, дядя? Я говорю, это твоя собака. Я говорю, посмотри на мою собаку, это твою. Ну, он смеялся, короче, прикалывался. А бульдог этот боится маленьких собачек, короче, и кошек почему-то. Ну, он старенький такой уже, этот бульдог, здоровый такой, капец. Вот я пока я сейчас постелила на это одеяло, потому что она писит. А вот лежанка будет, чтобы уже она не писала не на это. Ну, не на пол, короче, не на этот. В общем, будет у нее лежанка хорошая. Гуляет, да? Гуляет.
У нас тут тоже вон красиво, как озеро. Дом. Все недалеко. Церковь вон есть. Да? Пойдешь грехи замаливать свои? Что там обоссало мне все. Тихо. Стоять. Иди гуляй. Пошли к водичке, пойдем? Ходит так на поводке хорошо. Ну, нормально. Теперь мы с паспортом все привели. Ой, фу, нельзя. Ну, что ты подбираешь, господи. Худющая приехала такая, капец. Как будто бы не кормили ее недели две. Что там, кроты? Чайка, это чай, смотри, кто летит. Кто там? Нельзя. Команды некоторые понимают, прям вот сидеть, лежать в машине, как будто бы всю жизнь в машине ездила. Сидит спокойненько, лежит, прямо никуда не лезет, ничего. Такая умница прям. Нельзя, кто там? Дырка какая-то. Нельзя. Одежду на нее вообще не подобрать. Она прямо худющая и длинная. Мы будем еще искать. Нельзя. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, не кушай. Пошли к водичке, лучше подойдем. Пошли. Сходили вы в больницу, нам дали паспорт. Нельзя его кушать, это документы. Корм дали нам бесплатно, подарочек. Ну вот, как-то вакцинировались, все мы. Теперь будем... Ай, здоровы. Все. Молодец. Дай. Ну, дай.